Снег согнул бамбук, весь мир вокруг для него перевернулся. Мастер собрал учеников, жалко пацанов, их жизнь коротка. Привет, разящие хоботом комары, с вами Федорович. А от этого видео вы не только можете заплакать, но и ужаснуться. Ужаснуться того, что вам никогда не достигнуть такого мастерства и никогда не заполучить в учителя такого мастера. А для того, чтобы вас не раздавила сила чи, подпишитесь на канал и пробейте с вертухи лайкусик. Любое единоборство с мастерством этого мастера – это как ставить на веса бумажный фонарик против медного колокола. Конечно, из-за своей малоопытности у вас мог возникнуть ряд вопросов. Например, зачем дед одел на голову носок? Или к чему делать кувырки назад, чтобы ударить ногой? А может быть, вас удивили феноменальные удары руками за спину? Но в этом и есть великое искусство войны. Делать то, что никто не понимает, для того, чтобы побеждать тех, кого никто не видит. Но самое страшное во всей этой истории то, что именно из-за таких дедуганов поднимают пенсионный возраст. А я после чебуречных и элитных кабаков дяди Бори до 70 точно не дотяну. Червяк может откопать зуб дракона, но это не сделает из него льва. А пиво может быть холодным, освежающим, таким вкусным, но это не делает его полезным. Но то, что наверняка работает, это когда ты одеваешь толпу учеников в одну форму, заставляешь их кричать какие-то кричалки, потом вырубаешь одного из них кривым ударом. Тогда твоя слава будет вечной и безграничной. На барана можно нанести полоски, но он от этого не станет тигром. А мастер может взять в себе ученики десяток лучших алкашей района, но он от этого не станет чемпионом по боксу. Это уже знакомый нам тренер, инструктор супер-пупер невероятно мощного спецназа. И в прошлом видео он демонстрировал, как защититься от 50 вооруженных ножами бойцов. Но полет по тернистому млечному пути в медитации после литры местного Сэма натолкнули его на мысль, что пора становиться чемпионом по боксу. И этот гениальный план был успешно реализован. Теперь его авторитет непоколебим не только среди зомбированных учеников, но и во всей деревне. И каждый знает, что у такого нереально крутого инструктора супер крутые бойцы. Ведь по-другому и быть не может, если тебя тренирует такой мастер. The number one trainer of the protection agent and the whole country. We are competent, we are smart, we are powerful and strong. Perfect!
бывают мастера, как бумажные тигры. Вроде бы и тигр, но понимаешь, что он из бумаги. Но наша жизнь настолько непредсказуема, что в ней бывает всякое. Может и лист утонуть, а может и камень плыть по воде. Поэтому нужно всегда быть начеку, когда смотришь на великих мастеров. Кто его знает, что он знает? У 80-летней бабки было время, когда для нее пели соловьи. А у каждого великого мастера было время, когда он ходил в детстве на карате, после чего всю жизнь хранил кимоно, чтобы после недельной медитации с зеленым змеем осознать, что он все-таки ни хрена себе какой мастер. Но радость от осознания своего величия всегда затмевает печаль понимания, что столько лет было потрачено впустую, и только сейчас пришло понимание, что можно быть великим диванным мастером, открыть свою школу в гараже и набирать лучших бойцов из местной пельменной. Ведь после каждой тренировки обязательной традицией будет белобитие. Это как чаепитие, только вместо чая беленькое. А с такой традицией ученики попрут на тренировки, как муравьи на забытый сахар пьяными туристами. Думаю, скоро нас с вами ждут великие баталии, в которых будет решаться судьба всех лучших учеников. Ведь дядя Боря, который начнет терпеть убытки в наливайке, обязательно придет в гараж этого мастера и бросит ему вызов, чтобы показать непутевым ученикам свое, более мощное искусство и вернуть их на путь истины, то есть в свою пельменную. Пишите в комменты, готовы ли вы к великим битвам и к какому мастеру примкнете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. А если вы хотите узнать самые мощные приемы, которые сразу сделают вас чемпионами UFC, подписывайтесь на мой второй канал Грандмастера в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.